Итак, группа астрономов опубликовала первые данные о сигнале, принятом от звезды на расстоянии 95 световых лет, HD-164595. Мощный российский радиотелескоп зафиксировал резкую активность, колебания. Любопытно, что ученые рассматривают это как попытку внеземных цивилизаций вступить с нами в контакт. Источник неизвестен, а сигналы прекращены. Однако этого достаточно, чтобы заинтересовать проект SETI, занимающийся поиском разумной жизни вне Земли. Как собрать приемник? Радиоприемник своими руками. Вам понадобится